Я всего лишь прошу об интервью. Скоро будут снимать ремейк «Пробуждение», и я тут подумала, что... Подумали что? Что мисс Эйбл заинтересуется ремейком ее фильма? Я нуждаюсь в этой роли. Я не могу получить эту роль для вас. Но покажу, как получить самой. Чтобы стать персонажем, ты должна впитать в себя все фибры его души и характера. Здесь происходит что-то странное в этом доме. Корин не похож ни на кого из тех, с кем я общалась раньше. Так проницательно. Как будто читает мои мысли быстрее, чем я их подумаю. И я вижу странные вещи. И сейчас, вспоминая его, я думаю, возможно, это не было сном. Когда ты играешь, ты не притворяешься другим человеком. Ты становишься другим человеком. Вы что-то мне сказали? В ранние предрассветные часы меня посетил очень необычный сон. О, поверь, я помогу тебе, Лейк. Ты пребывала во сне очень долгое время. Но сейчас ты проснешься. Пробуждение зла.